тогда. И теперь пришло время платить по счетам. Лас Плагизюн, паразит, оживляющий мертвых. Призыв, кружка с чаем! Это конец рассказа, но не конец истории. Сейчас. Когда я иду по прожженной от гнева булочек кухни, мне становится тошно, глядя на все это насилие. Что творится после гибели Карлинген? Все вокруг пошло наперекосяк. Бандиты распоясались, а власть все так же подслащена. Они вмешались в нашу жизнь. Но теперь я запеку все наши проблемы. Мало кто знает, но на кухне живут не только булочки. Издавна они воевали с семьей пирожных. Не на жизнь, а на смерть идет битва за холодильник. И никто не знает почему, но исторически сложилось так, что раз в год, в один и тот же день, приходили пирожные. Для нас это был самый обычный день. Сбор дани, выбивание долгов, установка власти. Но мы забыли, что это был их день. Сегодня хороший улов, сэр Альбатоне. Отлично! Покажем, что хлеб не всему голова. Смачно подмечено! Семья пирожных. Антонио! Да, мой лорд. Что, не пробил? Черт, отступаем! Горбушка! Нет, она обуза, брось ее! Черт! Мы убежали, сломленные, поверженные. Абсолютно не готовые к этому дню. Они называют его День Варенья. Я, Альбатоне Постный, как преемник Дон Кори Хлеба, должен защитить свой народ. Копья вздымайте! Щиты крушите! День сечи! В день славы! Вперед навстречу заре! На смерть! На смерть! 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 И вот в шуме толпы я услышал голос пророка. Война! Да, сынок, это война. Война. Война изменилась. Мир изменился. Теперь ты строишь крепость там, где раньше был твой дом. Восстанавливай промышленность и развивай свой город. Собирай утраченные знания и изучай технологии, чтобы получить власть над оружием будущего. Создавай непобедимые армии. Строй мощные укрепления, чтобы защититься от врагов и победить в жестоком бою за территорию. У вас есть торт, а у меня есть армия. Придя на базу, я увидел зомбированные булочки, что остались после прихода торта. Последние из нас, но они не станут помехой на моем пути. I've got balls of steel. Epic fail. Damn it. Puppies.
execution style. Сдавайся, пока я здесь. Антонио Батонио уже занят подрывом твоей экономики на моей кухне. Вот и поле мяты! Одно есть! Ничего себе! Сколько здесь мяты! Круто! Как-то мне дурно! Я уже говорил тебе, что такое безумие. А? Нужно быстрее заканчивать! Это уже третье! Как же офигенно! Внимание! С вами экстренный выпуск программы Булки Ньюс. На кухне загорелось поле мяты. Уведите свежие булочки подальше от огня. Пожарные извещатели еще не сработали. Опасайтесь высыхания. Твоя власть окончена. Дар смерти? Неужели ты? Да, я полукровка. Мои коржи состоят из теста, а между ними крем. Именно поэтому с детства я не знал, кому себя причислять. Булочкам или же к пирожным. Я выучил их магию, и теперь я просто вас всех уничтожу. Получай! Экспериамус! Умри! Авада Кедавра! Экспериамус! Это еще не все! Куда? Банкой, сэмбонзак, конец. Авада Кедавра. Абсолютная защита! Тартетина! Зачем ты все это затеял? А с чего ты взял, что это был я? Это все мой план. Антонио? Не мочи мне батон! Exorcit Domus Dei, Omnis Immunus Spiritus, Omnis Satanica Potestas, Omnis Immunio et Vidalis Armas Nari, Omnis Legio, Omnis Congregatio et Sexta Diabolica, Ergo et Recomendus Dei, Omnis Legio Diabolica. Ты совершил классическую ошибку любого злодея. Ты глупец, раз так полагаешь! Тьма! Я погружу тебя в твой самый ужасный кошмар. Нет, мои булки, нет! Ты уже черствяк. Тартетина! Повеселимся! Он всего один! Стой, как истукан! Пошел! Кошмару! Конец! Закончено, Энакин!
выше тебя! Ты недооцениваешь мою мощь! Heaven or hell, let's rock! Тебе не победить, Тартатина! Сдавайся, пока можешь! Нет! Торт в упаковке! А снять, кто ты без нее? Ах ты, волка! Достал меня! Я использую свою сильнейшую магию! Их магию! Музыка! Призывиус, гигантиус, удивиус! Как мы погуляли! Тортик! Нет! Ребята! Неужели это были они? Да, сэр Альбатоне, это были они.